В общем, такое вот чудо к нам приехало. Лапа правая, был старый перелом, поэтому кривая. Звуки издает. Это первый признак, то, что он домашний. Ну и так сказали, то, что его вырастили. Из птенца, выкинутого из гнезда. Люди его, которые выкармливали, благополучно его приручили. И он не улетел. В общем, он у нас остается до весны. И весной хозяйка его заберет. Потому что зимовать ему негде. Цвет у него, конечно, отменный. Перья не раскрыты. Так что, скорее всего, ему не хватало микроэлементов каких-то. Ошибка была еще и в кормежке. Так что это смесь Яши, Кашкина. И вроде как говорят, что он мужчин не любит. Так что здесь еще примесь Стасика. В общем, запомним его в таком состоянии и сравним, что будет через 5 дней. Помоем его. Дал я ему от глистов, от паразитов внешних. Ибо присутствуют они. Сейчас, пока он отойдет, в себя придет и будет кушать. Вечером попробуем его покормить. Возможно, уже начнет питаться. Ну а так, то, что перья не раскрылись, ну, в следующем году будет линька и будет нормально. Или выщипанная, не могу понять, что вот с этими перьями такое. А, они сломаны просто. Или отрезаны. Скорее всего, подрезаны крылья. Чтобы далеко не улетал. Непонятно, зачем это было сделано. Так что такой вот у нас питомец.